Очень грустное зрелище. Надо пробраться туда незаметно. Не хочу привлекать внимание. Эй! Боже, сколько пыли! Тут давно никого не было. Университетские тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Кто-то не выключил свет. Какие-то лекарства? ГМКСФ. Обычно им лечат заболевания костного мозга. Но у кого? Пропуск в Роксон на имя Элла Стерлинг, но на фото Фина. Фина с кем-то планировала пробраться в Роксон. Вся команда, которая создала Нуформ, заболела? Стоп! Рик вел проект. За ней что-то спрятано. Ого, вот это я понимаю убежище. Фина спроектировала все снаряжение подполья. Забавно, что теперь мы оба в масках. Рик везде их с собой брал. Как они тут оказались? Надо глянуть в тот большой терминал. Видеозапись. Полгода назад. Пошла тестовая загрузка. У меня полгруппы больны. А Кригер отрицает, что дело в Нуформе. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя. Они начали стройку в Гарлеме сегодня, раньше времени. Отравить город ради бабла. Они находят лазейки. Плюют на безопасность. Нельзя дать им так извратить мою работу. Ладно. Сперва займемся ядром, потом сотрем все данные. Ты уверен, что они не сделают все заново? Нет. Нет, если мы уничтожим и те запасы, что в Джерси. А без меня они не разберутся, как работает Нуформ. И проекту крышка. Я буду снимать. Если что не так, запись пойдет прямиком в Бьюгл. Ладно. Готова спасать Нью-Йорк? Готова. Тут вторая запись. Проклятие! Не загрузилось! Телефон, что ли, накрылся? Я не позволю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Они пытались закрыть проект разработки Нуформа. Но что-то пошло не так.
Надо отследить ее телефон. Если получится. Давай! Исчезай, исчезай! Давай! Он здесь! Не дайте ему уйти! Он исчез? И так может! Мое исчезновение не слабо их напугало. Нельзя нападать, пока они не успокоятся. Победа будет! Видимо, сработала беззвучная сигнализация. Не стойте! Пожаловали. Если найду телефон Фины, может, пойму, что случилось с Риком и почему она стала умельцем. Вот, есть координаты. Стоит заглянуть к Калибу, узнать, как у него дела.
не стоит драться с пауком! Вы что, на праздниках у людей воровать? Совсем уже? Ну, держись! Порвался, сопля! Пора тебя проучить! Всех ему не перебить! Сейчас ты получишь! Только попробуй меня вырубить! И чтобы больше никуда не вламывались, ясно? Да, неплохо прозвучало. Позвоню Ганке. Расскажу ему. Привет. Нашел чего в мастерской Фины? Да. Я понял, зачем ей все это. Что-то случилось с ее братом. Что-то очень плохое. Ничего себе. Рик работал в Роксоне. Был руководителем проекта Нуфорн. Ого. И похоже, Нуфорн его как-то отравил. Саймон Кригер везде кричит, что он безопасен. Он врет. Фина и ее брат хотели остановить разработку реактора, свернуть проект. И что случилось? Не знаю. Пока. Фина все записывала на свой телефон, но потеряла его в лаборатории. Эй! Прекрати! Черт, Человек-паук! Так, я здесь. Рик возглавлял отдел разработки Нуформа. И весь отдел заболел из-за этого вещества. И что случилось? Не знаю. Пока что. Фина все записывала на свой телефон, но она потеряла его в лаборатории. Я хочу найти его. Хорошо, я на связи. Если что, звони. Ладно. Там, под деревом. Тайком пробирался сюда, чтобы смотреть на звезды. Я их толком и не видел до блэкаута 2016 года. А потом, ух ты, сколько звезд. Не дайте ему! Я тебе покажу! Иди сюда! Тебе кранты! Ты трус! Будет больно! Все еще хочешь быть героем?
Вот и еще одна сделка с оружием остановлена. Ай да я! Хочешь? Ты-то знаешь, что не всем дано быть супергероем. Что-то я проголодался. И кошелек дома забыл. О. Человек-паук, привет, я Калин, рад встрече. Видел твой портрет у Тео. А, это другой. Но буду рад помочь. Все заведения в этом квартале ограбили за последние дни. Пропала бумага, одноразовые наборы, санитайзеры. Мы все местные, с такой потерей мы не смиримся. Полицию вызывали? Конечно, но никто не воспринял нас всерьез. Камила, хозяйка соседнего ресторана, решила сама во всем разобраться и отправилась в наш логистический центр. Я встречусь с ней, постараюсь помочь. Спасибо, Человек-паук. Хорошо, что ты у нас есть. Эй, Ганке, я тут разбираюсь с грабежами в Гарлеме. Стрижки Калиба и пана Фуэрте. О, обожаю пана Фуэрте. Ты пробовал их рэпать? Не, сначала супергеройские дела. Нельзя летать с набитым животом. А, логично. И какой у тебя план? Надо найти украденное, узнать, кто это сделал, и проверить, не связано ли это с нападением на магазин Тео. Звучит отлично. Готов поддержать техникой, навигацией и житейскими советами. Центр снабжения квартала Калиба. Копы? Что происходит? Свидетель сказал, женщина спорила с людьми бандитского вида, и ее увезли в багажник. Кто она? Картинка с камеры Аскор. Камила Васкес, владелица пана Фуэрта в Гарлеме. О, боже. Они похитили Камилу. Я постараюсь ее найти. Но копы вряд ли будут мне рады. Но если я увижу зацепки... Камила пыталась дать отпор. Надо узнать, куда ее увезли. Все, продолжайте жить моей жизнью. Это не ее, отведите. Это чек с парковки. Чайна Таун. Допустим. Но где в Чайна Таун? Я давно уже не видел другого человека. Человек-паук, это место преступления. Уходи, или я тебя задержу. Надо поработать над скрытностью. Есть что-нибудь? Неясно, что важное. А, за ним не видно. Да. Теперь посмотрим на зацепку. Что это? Куртка из автомастерской Дэвида. Кто-то забыл ее тут в спешке. Эй, а как мне пройти к автомастерской Дэвида? В Манхэттене таких 12. Где-то в Чайна-тауне? Ага, высылаю адрес. Чайна Тауна сообщают. В переулке видели женщину, подходит под описание жертвы. Вперед! Эй, Человек-паук, узнал, что о нашей пропаже? Ага. Эти воры, видимо, Камила их застукала и ее похитили. Что? Точно? Я уверен. Я ее выручу. Хорошо, что ты оказался рядом, Человек-паук. Спасибо.
меня! Копы! Валим отсюда! Нет, нет, нет! Сейчас же отпустите Камилу! Я правильно понимаю? В той машине Камила? Да! Остановите всю обочину! Руки пытается попасть в аварию? Да! Боже мой! Последнее предупреждение! Стать у обочины! Открыть багажник. Пожалуйста, помогите! Вы в порядке, мэм? Человек-паук, не ожидала, что ты... Но эти люди... Все хорошо, вы в безопасности. Им заплатили, чтобы они украли наши вещи. Чтобы мы разорились. Они хранят все в доках у объездной, рядом с мостом. Я верну ваши вещи. Вам помочь добраться домой? Нет, нет, нет. Я вызову такси. Грасиас. Вы спасли мне жизнь. Камила в безопасности. Она поймала их за кражей товара. Сказала, их кто-то нанял. Да, кстати, я тут покопал. Кто-то отправил анонимный запрос властям города на принудительное отчуждение собственности Камилы и Калева. Видимо, это он платит нашим бандитам. Хочет забрать все себе? Однозначно. Я внес свой запрос на расследование попыток скупки земли в том районе. Чувак, ты гений! Я погнал к докам возвращать товары. Созвонимся.
Ящики. Опять ящики. Где ж они припасы спрятали? Парни наверняка знают. Попробую подслушать и выяснить, какой ящик нужен. Не знаю, стану ли я работать на босса, когда он займет Гарлем. А чё нет? Он хорошо платит. Да просто какие-то его дела мне не заходят. Рэкет, да. Наркотики, ладно. Но убийство... Какой ты у нас чувствительный! Ну, какие-то границы нужны? Это не то. Как думаешь, что он будет строить? Может быть, квартиры или офисы. Будет там продавать наркоту? Наверное. Это легкие и быстрые деньги. Только не в моем районе. Сквозь контейнер не слышно. Что нам делать со всем этим добром? Парикмахерские ножницы, салфетницы. Да выкинем. Можешь начинать. Все в зеленом ящике с белой звездой. Есть. Теперь можно от них отделаться. Гарлем 1, негодяй, работающий на таинственного босса, 0. Теперь ищем вещи. Зеленый контейнер, белая звезда. Вот она. Припасы должны быть тут. Он за другими ящиками. Можно использовать кран. Есть! Теперь достанем все из ящика. Еще! Босс раздал вам гранатометы? А он чуть-чуть не любит. Я не позволю вам мешать вести дела этим славным людям. Защищайте то, что вы забрали! Зачем закрывать барбершоп? Мы же туда ходим! Вот они, украденные вещи. Эй, Калеб, я нашел ваши вещи. Пригоните пару грузовиков в доки, я помогу погрузить.
Мы уже готовились объявить себя банкротами и закрыться. Благодаря тебе мы выстояли. Спасибо тебе. Тысячу раз спасибо. Захочешь постричься, заходи. Постригу бесплатно. Как же я в маске подстригусь? Я и не такое видал. Да, тебе и поесть надо, ты ведь растешь. Мира, заходи в Пана Фуэрта, мы тебе завернем, что повкуснее, ладно? Спасибо большое вам обоим. Весь квартал тебе благодарен. Ты так помог, Человек-паук. Человек-паук, ты молодец. С твоей помощью! Какие новости про нашего парня? Пытаюсь его вычислить. Пока кандидаты такие. Стервятник, Скорпион, Надгробие. Вряд ли Электро стал бы таким заниматься. Серьезные дядьки. Но мы справимся. Ему не место в нашем районе. О, так мило. Ты впервые сказал нашего. Не перегибай. Уже. Пир-север закрыт. Беда. В такой холод людям нельзя оставаться на улице. Надо бы проведать приют Пир без паучьего костюма. Привет, Ганки. Я хочу пообщаться с Глорией про приют, но не как Человек-паук. Под прикрытием, сняв прикрытие. Очень круто. Привет, Глория. Что происходит? Почему все на улице? Трубу прорвало. Мы все убрали, но город не даст нам открыться, пока не починим канализацию. Мы уже 3 раза ее чинили, а она все ломается. Отправить людей в другие приюты Пира? Все приюты забиты. Этим людям некуда больше пойти. Мы пытаемся обогреть и накормить людей, но в такую погоду... Я могу чем-то помочь? Вообще, да. Можешь поговорить с людьми, что устроились в парке? С администрацией они не всегда откровенны. С радостью. А потом отдыхай. Ты слишком много работаешь. Да, да. Думал, ну все. Туризм не для вас? Я подержу. Спасибо тебе. Я Стеф, подруга Глори. Помогаю приюту. Ну, тому, что от него осталось. Да. Глория сказала, город не дает открыться. Они были необычно настойчивы. Явились меньше, чем через час после потопа и сразу закрыли приют. Хотя, может, у меня просто паранойя разыгралась. Ну, это странно. Слушай, спасибо тебе за помощь. Да, подозрительно. Говорить с людьми полезно. Попробую им помочь. Одеяло или... Сейчас, я помогу. Спасибо, друг. Я от флаги уберечь пытаюсь. Еще до этого потопа я боялся, что нас ограбят. Даже нож купил. И почему вы так думали? Тут были ребята, явно присматривались. Я их прогнал, но они вернулись, а аккурат перед потопом исчезли. Хм. В общем, если что нужно, обращайтесь. И поосторожнее с ножом. Ладно, спасибо. А почему переехал? Ты не рассказывал мне, что за нами следит. Трубы старые, ржавые. Но... Здравствуйте. Вы обсуждаете городские власти, да? Ага. Где-то с месяц назад в приюте поставили новый бойлер. Приходил инспектор, сказал, у нас все в порядке. А потом прорвало. Да, он бы должен был заметить. Мне пора. Не замерзнете? Ты тоже. Эй, ты не занят? Работаю над спидом на годом. Что узнал? Кто-то осматривал пир перед самым потопом. Городские власти как-то слишком быстро приказали закрыть здание. А совсем недавно инспектор проверял трубы и сказал, что все в порядке. Кто-то их сломал? Однозначно. Мне надо переодеться. Я как
как-то жила в другом их приюте. Намного... Нужно переодеться. Глория сказала, что здание откроют, когда починят трубы. Посмотрим, смогу ли я помочь. Идет в ливневку. Забито мусором. Понятно, почему прорвало. Я убрал мусор. Но воды, мне кажется, нет. О, я знаю, как починить. Найди насосную станцию. А ты откуда знаешь? В четвертом классе делал работу про очистку рек. И теперь они кристально чистые? Ну, уже чище. Но в Гудзоне не купайся. Ганки. Это те самые парни, что были на подстанции. Так, одно дело — ограбление банка, захват электростанции, но приют им зачем? Давай выясним. Он снова займется защитой бизнеса. Когда устоится, то конечно. Что там? Чтобы приют закрыли. А трубы идея Томми. Он раньше... Это еще что было? Точно будет синяк. Экологии. Давление в трубе повысилось. Похоже, они закрутили вентили. Тебе придется открыть каждый из них перед запуском насоса. Ты их слышал? Их босс хочет возглавить преступность Гарлема. Наркота, крышевание. И почему некоторым недостаточно музеев и кафешек для хорошей жизни? Не паучий вопрос. Миссис Малер задала нам Джейн Эйр. Ты уже начал? Я пока вообще ничего из домашки не делал. Там просто жесть. Я дочитал сцену свадьбы. Сейчас, погоди. За мусором. Супер. Черт! Вода ледяная! Один вентиль готов, осталось два. Я здесь. Мы говорили про задание на зимние каникулы. Там просто жесть. Я дочитал сцену свадьбы. Не отпускает. Подожди, я нашел вентиль. Здесь датчик давления. Похоже, вентиль старый. Дерьмо. Заклею паутиной. Надо, чтобы давление воды было. Залеплю место прорыва. Сначала пусть спадет давление. Нет, залеплю паутиной.
Это второй. Еще один, и можно пускать воду. Прости, так что там насчет книжек? Там просто жесть. Я дочитал сцену свадьбы. Не отпускает. Ты что там, с книжкой сидишь? Я думал, ты мне помогаешь. А, ну да, я здесь с тобой. Совершенно не отвлекаюсь. Сейчас вот только главу дочитаю. 5 минут. Чувак. Долго мы еще будем охранять сточную трубу? Пока не убедимся, что никто не попытается ее починить. Уже 4 раза приходили. Это ты придумал, домик? Да. Я кто-то слышал, где ломать, чтобы приют затопило. Бобби теперь зовет тебя Томми Сантехник. Эй, парни! Скажите, кто ваш начальник? Нет? Ну ладно! Это не твое тело, Человек-паук! У тебя нет шансов, малявка! Вот почему не надо нападать на приюты! Тощих уродов вроде тебя распачкали! Отбеги подальше! Уходите из Берлима, и я вас не трону, наверное. Еще не поздно сбежать. Теперь займусь вентилем. Вроде порядок. Теперь включить воду на насосной станции. Эй, Ганке, можешь позвонить в мэрию? Пусть пришлют кого-нибудь в Пирсейвер и откроют его заново. Ладно, ладно, понял. Сейчас им позвонит школьник, изображающий солидного Джан. Привет, паучок. Снова бандюки приперлись. Лучше от них избавиться. Минус один. Хоть раз навещал босса, типа за решеткой. Они не пускают посетителей. С ним можно связаться. Говорите уже, кто ваш босс! Да чёрт нас двое! Валите, парни! Налетаешься! Скажите хотя бы, где он? Мне надо с ним поговорить! Получай! Берегись, он босс! Ну что, пацан, поиграем? Слушай, я тут выяснил, их босс сейчас на плоту. Фига себе. Значит, можно попробовать как-то обрезать ему связь с городом. Я подумаю, как это провернуть. Теперь надо включить воду. И да будет вода! Ты вовремя. Инспектор как раз явился в приют. Скоро снова откроют. Круто! Сгоняй туда, проверю, не нужна ли Глории моя помощь. Итак, причины, по которым кто-то мог решить закрыть пир. Первое, недвижимость там очень дорогая. Нужно, чтобы насос заработал. Эй, паук? Новый? Привет! О, Человек-паук, привет! Всегда рада видеть любого из вас. Ну, в общем, я чинил водопровод и заметил, что затронут и ваш приют. Но теперь все в порядке. Это был ты?
Инспектор приходил, сказал, что мы можем открываться. Можно всех впускать. О, Человек-паук, ты очень вовремя. Не знаю, сколько бы мы еще продержались. Спасибо. Привет, Глория. Это Майлз. Говорят, пир Север снова открыт. Нам в этом Человек-паук помог. Представляешь? Спасибо, что зашел. Люди в парке сказали, ты нас очень выручил. Всегда рад. А ты отдыхай, у тебя ж каникулы. Увидимся, как занятия начнутся. Ладно, пока. Привет. Я тут поболтал с уличной художницей по имени Хелли. Она знает, где штаб у наших бандюганов-захватчиков Гарлема. Офигенно. Где ее искать? Она сейчас занята подготовкой к параду на День Кинга. Как освободиться, я напишу приложение. А, вы же встречались перед митингом. Та, что пользуется языком жестов. А, помню. Она классная. Буду ждать сообщения. Ладно, до связи. Кто-то застрял на стене и написал об этом в приложении? Надо бы проверить. Человек-паук. Похоже, это тот самый мойщик. Человек-паук. Слава богу, ты здесь. Мою платформу закоротило, я застрял. Я могу спустить тебя вниз. Ну или включить платформу. Лучше включить платформу. Электричество отключили. Тут Человек-паук, за ним! Мы же ничего не взяли. Выбора нет, давай! Меня ты не возьмешь, малявка! Жалкий паучишка! Так, осталось лишь подключить провода и готово. Ой-ой, все пошло не так. Наверное, выбило пробки на том конце. Надо проследить, куда ведет провод, и включить заново. Держитесь, сэр! Я сейчас вас подниму! Должно сработать. Осталось включить пробки. Кажется, напряжение появилось. Почти готово. Осталось включить пробки. Ты спас меня! Господи, даже не знаю, как отблагодарить. Да ладно! Ничего такого. Так, друзья мои, в нашем городе опять ЧП. Взрывы, обрушение моста, стрельба посреди часа пик. Счастье обошлось без жертв. Но всегда так вести нам не будет. Что если атака случилась бы несколькими днями позже, во время так называемой бури столетия, о которой нам все время толдычат по пятичасовым новостям? Сразу начался бы настоящий бедлам. Нам есть кого обвинить в этом, включая и бандитов из подполья. Но все-таки я бы не выполнил свой долг, не заметя, что подполье в общем всего лишь ограбило грузовик, а потом... Цель наблюдаю. Атакую, приступаю к захвату. Цель! Я его не пролетую! У нас
вместо паука! Он вырубает наши! Не лезь не в свое дело! Разрешено стрелять на поражение! Все на одного, но я всех победил! Что-то глушит каналы связи экстренных служб. Надо разобраться. Человек-паук! Слава богу! Что-то мешает работе каналов связи. Не можем связаться с пожарными. Там никого больше нет? Нет. Но если не потушить пожар, огонь перекинется на соседние здания. Слышишь? Только шум. Я смогу найти источник. Не волнуйтесь, я налажу вам связь. Чем быстрее я найду источник, тем скорее приедут пожарные. Паутиной такой огонь не погасить. Источник радиопомех совсем рядом. Огонь отлично взялся, и эфир все еще забит. Хорошо, что мы обесточили вышку. Страховая заплатит только если все здание сгорит. Связь не должна работать до конца пожара. Глушить переговоры ради страховки? Еще чего. Эй! Ты точно знаешь, что делаешь? Я посмотрел видео в этом. Да, теперь по любому поводу есть видео с инструкциями. Однажды я стану следующим фризом. Помяните мое слово. Сорву куш и свалю отсюда. О, скорее бы получить эти бабки! Конечно. Надо только немного подождать. Что ж тут такой дубак все время? Что это было? Ты здание вообще видел? Оно будто из спичек сделано. Человек-паук! О, парни! Зря вы не застраховались от Человека-паука! Нет сигнала, потому что нет питания. Надо зарядить генератор. По-прежнему откуда-то глушится. Видимо, есть еще группа мошенников. Мистер Фельдшер! Тут какие-то люди пытаются сжечь здание ради страховых выплат, поэтому у вас нет связи. Шутишь? Они подвергают людей опасности. Да. Что там с пожаром? Пламя скоро перекинется на соседнее здание, а я все не могу связаться с пожарными. Скоро все будет нормально. Держитесь там, я сообщу. Уже близко! Сигнал становится сильнее. А, что ты сделал? Почему чуть что сразу я виноват, а? Я тебя чем-то обидел? Некогда их слушать. Нужно восстановить сигнал. Я немного волнуюсь за жизнь. А если огонь перекинет? Человек-паук! Кто его приведет, получит премию!
Теперь осталось врубить питание. Ну вот, кажется, порядок. Надо вернуться и удостовериться, что связь в порядке. Эй, ну как теперь связь? Сигнал громкий и четкий. Уже связался с диспетчером. Пожарные машины на подходе. Это пристроить. Капсулу времени между вагонов. Мне даже не верится, что нас тогда никто не поймал. Легко. Пожарные как раз успели потушить огонь. Я точно поставлю приложение 5 звезд. Рад был помочь. И другим расскажите. Чем больше пользователей, тем безопаснее будет в городе. Я всем о нем расскажу. Спасибо тебе, Человек-паук. Троксены подполью воюют на улицах, среди мирных жителей. И жители не пострадали. Что подполье, что Роксон, дебилы.
Всем привет. Сегодня я буду чуть серьезнее, чем обычно. Если вы получили травму во время нападения подполья на Роксан Плаза, физическую или эмоциональную, пожалуйста, обратитесь за помощью. В моем блоге есть список ресурсов. К другим новостям. Я готовлю большой материал по подполью и прошу вас, если вы можете сообщить что-нибудь об этой крайне опасной группировке, я буду очень благодарна. А пока берегите себя и помните, душевное здоровье так же важно, как и физическое. До свидания. У меня парочка идей. Там скоростная погоня. Ты бы накрыл этих угонщиков. Последнее предупреждение! Был наш Эверест. Мы так радовались, когда наконец добирались до вершины. Здорово!
друзья! Сегодня мне придется побыть недовольным родителем. И не за Джареда. Он в кои-то веки хорошо работает. Нет. Я недоволен, потому что опять некоторые из вас позволили убедить себя, что это нормально, когда абсолютный незнакомец без какого-либо законного права бегает по округе в маскарадном костюме и изображает из себя спасителя. И вновь это ужасное заблуждение привело нас к невероятному ЧП. Истина такова. Неважно, верите ли вы в доброе намерение Человека-паука. Неважно, верит ли в них он сам. Важно то, что каждый раз, когда что-то в городе разрушается, на арене всегда он, а теперь его протеже. Спросите себя, мы вынесли столько бедствий. Неужели нам хочется вынести вдвое больше? И чем все это закончится? Женщиной-пауком? Панком-пауком? Свином-пауком? А пока я тихо поужасаюсь этой мысли, послушайте важное сообщение от наших славных спонсоров. О! Он убит. Сообщите, задание провалено.
Подпольщики возятся с рекламным щитом. Посмотришь? Сомневаюсь я, что у подполья есть лицензия на рекламу. Надо их выследить. Ну, рекламу действительно стоит менять почаще. Но не на эмблему же подполья. А вот и подпольщики. Привет! Есть советы по маркетингу. С кем мне поговорить? Все, теперь щит будет показывать старую рекламу.